Почетное третье место заняла Бондаренко Катя, команда «Живчик». Почетное третье место
Почетное второе место и серебряные медали получает команда «Максимум», школа номер 133. И победителем в номинации «Чет» команда возрастной категории «Кадеты» стала команда «ЛФЧИК» школа номер 134. В номинации «Чет индивидуал» возрастной категории «Кадеты» почетное третье место и бронзовые медали получает команда «Олимпия», школа номер 123, Ющенко Надежда. И серебряную медаль забирает «Бычий».